Надя Исайкина, Оля Гридунова и новая коллекция обуви. Новая коллекция обуви. Сегодня покупать дешевле, завтра комплекты будут стоить дороже. Ну а мы переходим к очень обязательной части программы, осенней программы. Это удобная и теплая обувь. Конечно же, лучше, если она будет еще и красивой. Давайте рассмотрим нашу новую модель. Это полуботинки Селена. Встречайте! Да, дорогие мои, 1990 рублей. Надя, ты посмотри, это же натуральная замша. Подкладка из натуральной кожи и цена меньше 2000 рублей. Дорогие мои, бегом, телефоном звоните, заказывайте. Это просто феноменальное предложение из нашей осенней новой коллекции. Я сейчас объясню, почему нужно заказать именно эту пару обуви. Потому что если вы хотите, чтобы ваши ножки не уставали, чтобы ваши ножки сказали вам спасибо, выбирайте модели с вот таким мокасиновым швом. Сразу к делу. Почему? Потому что даже маленьким деткам шьют пинетки вот по такому принципу, чтобы ножка не деформировалась. Вспомните, в туфлях нога вот так вот скукоживается, косточка болит, все натирает. Зачем? Зачем нам издеваться над собой? Выбираем правильную обувь, комфортную, наша ножка ложится туда. Вот так вот. Целиком расправляются все-все-все пальчики. Посмотри, Оль, и еще один немаловажный момент. Какой? Посмотри на полноту. Это абсолютно наша российская полнота. Твердая девяточка. Вот почему я рекомендую. Ну, конечно. Подожди, же... расскажи, что значит девятка полная? Я просто не в курсе. Так, смотрите, девятка это вообще считается самая большая полнота. То есть, если ваши ножки отекают, так, или если есть лишний вес, если женщина весит больше 80 килограмм, я рекомендую, конечно же, носить девятку, полноту девятку. Вот она, наша модель. И, конечно, не забываем, несмотря на то, что такая низкая цена, вы представляете, что все это натуральная замша. Натуральная замша, дорогие мои. Очень приятная, нежная текстура. Кстати, 41 размер у нас уже все раскупили. Да, первый эфир, дорогие мои, а 41 уже разлетелся. Новая коллекция по доступной цене завтра. Завтра эта модель может исчезнуть из продажи. Дорогие мои, какой у вас размер? Какой размер? Размер у нас от 35 до 40 есть в наличии. Так вот, знайте, вот если у вас 38 или 39, обычно это самые ходовые размеры. Завтра мы наличие 38-го, 39-го размера не гарантируем. Еще раз, Надя, натуральная кожа внутри, замша снаружи, 1990 рублей, цена премьеры. Цена премьеры абсолютно не соответствует качеству в хорошем смысле. Посмотрите, практичный цвет, темно-зеленый. Посмотрите, комфорт. Мы видим, что здесь полнота девяточка. Мы видим, что наши пальчики будут лежать красиво, ничего не будет скукоживаться. И, конечно же, удобство, удобство, еще раз удобство, потому что кожа дышит. Оленька, не будут потеть ножки. Это же самый лучший практичный материал. Кожа натуральная, натуральная замша, цена меньше 2000 рублей. Звонки бесплатные, дорогие мои. Ой, вот сейчас я хочу обратиться к нашим новым клиентам. Дорогие телезрители, вы впервые включили телеканал Shop & Show? Или вы часто смотрите телеканал Shop & Show, но не решаетесь делать покупок? Давайте начнем с этой позиции. Это полуботинки Селена. Суперкомфортные ботинки с полнотой девятка, то есть полнота аж для широкой ножки. Вам будет суперудобно здесь. Может быть, вашей маме нужно взять такие ботиночки. Да еще это натуральная замша. Внутри натуральная кожа, и стоят они меньше 2000 рублей. Скажите мне, сколько стоят такие ботинки в магазине, Надя? Ты знаешь, такие ботинки в магазине стоят 5000, поэтому я вам рекомендую взять себе, своей маме и, возможно, даже бабушке, потому что они вам скажут спасибо. Посмотрите, здесь есть еще язычок для того, чтобы для удобства надевания этой обуви. И по нему вы можете оценить, что это натуральная кожа. Вот, Наденька, да, действительно, мы уже это наблюдаем, но здесь есть еще один нюанс. Давай все-таки посмотрим пяточку более подробно. Ты знаешь, когда новую обувь покупаешь, так сразу натирает, особенно пяточка. Смотри, страдает. Нужно как на все это дело обращать внимание. Мягкость. Вот главный критерий. Если пяточка мягкая, тогда она натирать не будет. Но наша пятка усилена, мы видим здесь отстрочку. Причем, заметь, отстрочка контрастная, это очень в стиле вообще самих полуботинок. Я рекомендую всем из мягкой кожи выбирать обувь на осень, из замши. Посмотрите, какой практичный цвет. И, конечно же, у нас кожа и внутри,
и снаружи. Поэтому вы в абсолютном комфорте будете находиться. Наденька, еще один вопрос. Я телепатически ловлю вопросы от наших телезрителей. Ты знаешь, с одной стороны, радует наличие шнурка. Это я говорю про тех людей, у которых высоких подъем. Правильно. То есть они могут отрегулировать. Но многие телезрители, которые не страдают высоким подъемом, для них шнурок это целая проблема. Смотри, каждый день один... нужно завязывать. Нет, 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 каждый день не нужно. Один раз отрегулировала свою полноту ножки, зафиксировала шнурок на этой позиции. Все, дальше пользуешься просто ложечкой. Снимать, одевать можешь еще при помощи вот этого язычка. Да что тут говорить? Здесь самая главная цена за натуральную кожу. Конечно, меньше 2000 рублей. Надя, надо брать две пары и экономить на бесплатной доставке. Помните, что сегодня осенний шик. Это стартует наша новая акция. Все новые модели осенней коллекции со скидкой. Уже, да, со скидкой. Итак, 39 размер уже в, уже в ограниченной серии. Посмотрите, наша модель носит 39 размер, но посмотрите, как миниатюрно смотрится ее ножка. Она берет размер в размер. Носите 39, заказывайте 39, но торопитесь, времени мало.